Это было первое чудо, совершенное Серафимом Саровским по благодати Божией. В те времена многие богатые люди предлагали отцу Серафиму деньги для Дивеевской обители. Но Саровский старец не все деньги принимал. Он говорил сестрам: «Не всякая жертва угодна Богу», и отказывал, если знал, что много в приносимых деньгах обид и слез людских.